Семикратный чемпион Казахской ССР и Советского Союза по вольной борьбе, двукратный чемпион спартакиады среди сельской молодежи СССР, чемпион спартакиады народов Союза и многократный победитель международных турниров. Вот далеко не полный список достижений 83-летнего Алексея Семкина. Накануне в День пожилых людей прославленного ветерана спорта поздравили на дому представители специализированной борцовской спортивной школы. Здоровья вам, счастья, не болейте, всегда будьте активными. Алексей Арсентьевич Семкин родился в Джурунском районе Актюбинской области в семье переселенцев из Украины. Он от природы был наделен недюжинной силой. Регулярные занятия борьбой начал на службе в армии в западной группе войск в Германии. Призвался в армию в Германии. В Германии еще борьбой я не занимался. Там, когда начал заниматься, случайно. Вот. Один говорит, ты боролся, капитан? Я говорю, я борьбы не знаю, я знаю казак-шакурец. Все. Казак-шакурец, да, а как казак-шакурец? Ну, я ему показал за пояс, говорю, все. А по классике боролся? Я говорю, я не знаю, что такое классика. А там, оказывается, стоит 90 килограмм, и не с кем бороться, хочет побороться. И как начал я его кидать, тогда боролись мы это, 20 минут. Ну, потом мне объявляют, по баллам выиграл Семкин. Алексея Семкина неоднократно приглашали в Москву, предлагали трехкомнатную квартиру. Но он остался патриотом своей родины, воспитав целую плеяду чемпионов, силу которых знал весь Советский Союз. Для нас является традицией поздравлять наших ветеранов, посещать их на дому, интересоваться их здоровьем. Вот сейчас мы пришли к Алексею Арсентьевичу, нашему знаменитому в прошлом борцу и именитому тренеру, который воспитал целую плеяду признанных во всем мире палуанов. Хочется пожелать ему крепкого здоровья и еще долгих лет жизни. Именно такие люди, как Алексей Семкин, внесли большой вклад в развитие этого вида спорта. И сегодня уже есть продолжители успехов, заложенных нашим ветеранам. Это Нурислам Санаев, Мейрамбек Айнагулов. И среди молодежи есть талантливые атлеты. К слову, всего в регионе проживает более 130 прославленных ветеранов спорта. Мереке Амангельдахызы, Николай Сырбов, Руслан Ельтаев, телеканал Актобе.